Как поход по магазинам может обернуться новосельем в 63-м микрорайоне? Ответ на этот вопрос знают в торговом квартале. Тут подвели итоги акции «Шутки в сторону. Квартира за 3000 рублей». Для этого нужно было принять участие в шопинг-марафоне и в назначенный день явиться на праздник, который устроили прямо на парковке торгового центра. Скрасить ожидания финала шопинг-марафона помогали артисты. Организаторы постарались не затягивать процесс, но все же для того, чтобы отобрать кандидатов на победу из гигантского числа участников акции, потребовалось время. Специальная комиссия внимательно сравнивала номера на купонах с теми, что вынимала из лототрона детская рука. Все, кому улыбнулась удача, просто в период с 1 апреля по сей день совершали покупки в торговом центре на 3000 или более. Чтобы стать участником акции, необходимо было совершать покупки в магазинах ТРЦ «Торговый квартал», регистрировать чек на ресепшене и принять участие 30 июля на территории торгового центра в финале шопинг-марафона данной акции. Подарки от партнеров, сертификаты в бутики и салоны торгового квартала достались каждому из семерых финалистов, но вот квартира только одна. Причем свой выбор каждый делал сам, по очереди вращая барабан с названиями призов. Главная интрига праздника прожила недолго. Уже с четвертой попытки стрелочка указала на заветный сектор. Да, 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 это квартира! Квартира в новом доме в 63-м комплексе с улучшенной чистовой отделкой досталась постоянному клиенту модных бутиков торгового квартала. Участвуем в акции каждый год. И на машину, и на квартиру, на все. Лишь бы не упасть в обморок, я посматриваю на скорую помощь. С эмоциями все же победительница справилась и обошлось без ЧП. А Ирина Ремзаева – яркий пример того, что если на этот раз удача не улыбнулась, в следующий раз может очень даже крупно повезти. Ведь, как признались организаторы, в торговом квартале уже готовят новые акции и конкурсы для своих посетителей. Егор Орлов, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.